21 сентября в Казанском федеральном университете состоялась Всероссийская научно-практическая конференция по теме «Научное и педагогическое сообщество в системе мониторинга радикализации молодежи». В этот день, сегодня День мира, объявленный Организацией Объединенных Наций, мы традиционно с Департаментом молодежной политики КФУ проводили мероприятие под названием «Круглый стол». А в этом году принято решение расширить этот формат и довести его до Всероссийской конференции. Но дальше мы надеемся, что конференция станет международной, и как минимум страны, которые являются союзниками Российской Федерации, будут тоже в ней участвовать, их представители. В связи с эпидемиологической ситуацией в этом году конференция прошла в онлайн-формате на базе платформы Microsoft Teams. Участие приняли руководители, научно-педагогические работники и учащиеся образовательных учреждений, представители органов власти, антитеррористических комиссий, правоохранительных структур, общественных организаций, а также исследователи и практики. Диана Жиленкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.